готовим сегодня вареники, они же пироги польские. Яйко раскатала. Покажи, дочь, как ты катаешь. Покажи, как ты катаешь. Покажи всем, как ты катаешь. Давай. Вот, правильно. Молодец. А теперь давай. Так, картошечку накладываем. Начинку надо накладывать, да? Давай. Начинку возьми, картошку. Накладывай. Так, еще чуть-чуть, да? И давай еще катай яйко. Вы понимали ситуацию? 10 часов вечера. Самое то время, чтобы делать. Самое время для успокоения. И для того, чтобы делать упражнения на мелкую моторику. Вот, чтобы ребеночек успокоился и лег спать. Поэтому всем рекомендую перед сном лепить вареники. И вкусно, и полезно. Да? Mama poszła sobie, a tymczasem... Pierka. Masz. No. Kulka robimy? Kręcimy kulkę, później ją rozciągamy. I znowu kulkę robimy. Znowu kulkę. Rób kulkę. Rób kulkę. Masz. Na, działaj. Rób. Na, rób. A, это что за безобразие? Это что такое творится здесь вообще? Что это? Ай! Это что? Что происходит вообще? Скажите мне, пожалуйста. Мы тут вареники делаем. Вареники делаете? Да. Ой, а я топчусь ногами. Ой, извините, пожалуйста. Вот. И так. Ну, рассказывайте, как вы тут делаете вареники. Ну, мы так берем, катаем шарик. Шарик, хорошо. Ой! Ой-ой-ой, кажется, там что-то у нас... Фу, это же не вареное еще, сырое. А закинуть вареники? Это там закидывать вареники. Хоп. Ну-ка, рассказывай ребенок, что ты тут делаешь. Ну? Что ты делаешь? Рассказывай. А кто катать будет? Давай катай. Давай, катай. А, покажи, как ты катаешь. Вот это да, я так не умею. Давай. Вот такой искать. Знаешь, сколько времени? Почему ты еще не спишь? Может, я услышала тут вашу тут самодеятельность какую-то. Ты почувствовала этот запах? Какой? Ну тот. Кто ты такой? Ну тот варениковый. Варениковый запах? Да. Ой, чем только не займутся люди во время карантина. Ну, а что поделаешь? Так, и что? И вы мне предлагаете тут потоптаться, что ли? Берем. Я не буду топтаться, я должен вот так укрепить. Берем. Тесто. Катаем. Дальше что? Так. Вот. На, перка. Покажи, блям. А дальше что нужно делать? Картошечку, наверное. Подожди, сначала надо поблюмкать. Поблюмкать. Вот, не только моторику пальчиков, но еще и моторику языка. Я вам тренирую. Не получается. Верка, покажи. Покажи за кулисы. Покажи за кулисы. Ну? Покажи. Да,
Так, вот. В общем, друзья, мы проводим время очень-очень весело. Даже если это, да, даже если толку от нас не очень-то много. Но мама все-таки лучше все делает. Мама уже знает, как лепить. Короче. Эй, мама! Иди скорее спасай ситуацию! Мама! Скорее спасай ситуацию! Шипку давай, заставь ее тут. Пока-пока! Ой, я пошла. Меня тут нет. Все. Утекаем!